Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Главное, чтобы там цифры шли. Номер 492. Эпиграфом взято. 1 Коринфянам 15:13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. За 17.04.2017 года. Да. Христос воскресе! Благодать и мир вам, Игнатий Тихонович и братья! Сегодня утром включил скайп для совместной молитвы и увидел сообщение Сергея, что молитвы совместной больше не будет. Сказать, что это печально или безразличие, то, наверное, а вот благодатный молитвенный след у участвующих и у меня остался. И теперь каждый будет самостоятельно молиться с раннего утра по молитвенному правилу. Во всех путях с нами Бог, когда совершается молитва по воле Его. Сердар, кажется, это написал, я тут не пометил где-то. Вот здесь можно написать, Сердар. Вот, я не знаю, как это по-русски переводится. Я люблю узнавать имена, что они означают. И хороший человек, всегда участвовал в молитвах. И вдруг, а почему не будет, спрашивает. Ну, вам для размышления, почему? Это неплохо размышлять. И след остался. Какие следы? След участвующих у меня остался. Ну и все. Что было? Теперь пасхальное. Пасхальное, это в интернете любой может себе скачать и начинать. И каждый себя организуйте теперь. И так у нас 50 с лишним роликов осталось, как молились. Тем более я к ним что-то добавлял всегда. Соболев. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Христос воскрес! Воистину воскрес! Не поспеваю за вами, Игнатий Тихонович. Да. Пока я смотрю ролик с молитвой, вы уже на вопросы отвечаете. Только соберусь события дня послушать, как вы уже на колокольню взбираетесь или на благовестие пешешествуете. Вчера с близкими братьями и сестрами праздную Пасху Христову. Поймал себя на мысли, что вам, Игнатий Тихонович, пора регистрировать еще одну виртуально-реальную общину. Все наши духовные разговоры, чего бы ни коснулись, примерно так развиваются. Вот не коснулись, здесь надо букву И поставить. Вот так. Кавычки открыты. А вот Игнатий Тихонович по этому поводу сказал, или я на канале Лапкина ролик смотрел, старый, или интересная беседа была с Игнатием Тихоновичем, с Баптистом. Смотрели? А то и звонят. Брат смотрел ролик, Сергей Козлов собирается по Теряевку. И так далее. Это настолько радостно иметь близких по духу братьев, сестер, которые смотрят, мыслят, радуются в единстве духа, а главное, выстраивают свою жизнь по Евангелию. И в этом нам и многим помощник ваш канал, рупор Слова Божия. Порой даже так думаю. А разве можно быть христианином без всего этого? Без радости духовного общения, без совместного изучения и бесед по Священному Писанию? Неоткуда взяться иному центру, вокруг которого бы объединились в духе и истине верующие, кроме Христа и Его Слова. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14:15. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Иоанна 12:48. Как не болезненно это признать нам, православным, но любое все иное, претендующее на главу угла, храм, священник, святые места, Русь и прочее, лишь обрамление, а право, в которой, ежели нет Христа, зияющая пустота, рана. Впрочем, это рассуждение по случаю. Главное, хотел поделиться пасхальной радостью и общением с близкими, реальными и виртуальными, которых имею через вас и посредством вашего канала. Вот это вот, это имею через вас, это вот результат того, что я сижу здесь. Ну, не одну минуту. Вот это очень важно. Крепко троекратно обнимаю. Храни вас Христос. По скриптам. Вот интересно, нюанс. Но тем не менее, и полагаю, не случайный. Не просто христиан, но православных, что радует, конечно. Это говорится о Рамзане Кадырове, что он там храмы им строит православным и прочее. А я ему на это отвечаю. Игнатий Лапкин.
книге для Слова Божия «Нетуз» подробно описано, как я сидел в одной камере с директором рыбокомбината Сивер Владимиром Митрофановичем из села Мамонтово, райцентр наш. Важная была шишка, как считал и он сам. Их шло по процессу не один и не два. А кто главный был ответчик, того называют всегда паровозом. Он как раз таким тяглом и был. А второй наш компаньон, сиделец, был Лозин Анатолий Максимович, преподаватель второй группы космонавтов. Нашу камеру 112 охранники назвали камерой академиков. Ныне обеих уже нет на этой земле, а я все еще живу. И не торгуюсь с Богом, а соглашаюсь и на эту миссию. Пока директор сидел, это его детище рыбокомбинат пришел в полный упадок. И когда он вернулся, то его стали сватать работники тамошние стать директором. А у него раньше отдыхали первые секретари, генералы, космонавты, все же главный рыбак Алтая. И далее передаю его слова, когда мы свиделись. Значит, меня просят, а я им рассказываю про вас, Игнатий Тихонович. И добавляет, а вот что бы мне сказал Игнатий Тихонович? Он бы сказал, поднимай предприятие, заботься о людях, не зарывай свой талант. Ну, отличный директор был, это уже не отнимешь. Ну, абсолютно бездуховный. И так приучил свой коллектив, что когда что-то возникало, то уже они его спрашивали. И что бы Игнатий Тихонович сейчас сказал, как нам поступить? Глаза меня никогда не видели, рабочие на собрании, до того интересно мне это, жена рассказывает. Разве это не смешно? А Юрий Соболев на это отвечает. Это, Игнатий Тихонович, приятно, но, во-первых, предельно важно, ибо ведь не просто в лице вашем человек сталкивается с мудростью житейской, но с такой, что обильно приправлено словом Бога Живого. А то, что вы относитесь к своим талантам самоиронично, так то свидетельствует о даровании Божьем. Ибо это не ваше, как бы, не результат трудов мысли или академического образования, но подлинно дар. Дар Божий. Я, к слову, и сам постоянно редуцирую к этому же вопросу вашего соседа по узам. И потому мне это очень близко и понятно. Видишь, как... Еще на это сказать, я пока это уберу. Показать ресурсы. Новости за вчерашний день. Приехал батюшка утром, он обычно Пасху встречает там, а в понедельник, в воскресенье там богослужение по Теряевке, а утром приезжает в понедельник и здесь пасхальную службу проводит. Мы ее записали, она будет на той неделе, она большая, мне очень трудно ставить. Вот у нас от телефона идет некабельное соединение. Вот, и... Там работа еще, говорит, не початый край. И вчера уехал у нас Володя. Мы сейчас с Никитой пока двое. Поехал. Собирался, что там брал, наказа ему. Еще два экземпляра Никита я им надиктовал по всем пунктам, где нам придется работать. Ну и показать надо наши ресурсы. Это... Для меня очень важный ресурс всегда был «Мой мир» Mail.ru. Считаю это лучший из всех таких общедоступных ресурсов. Особенно, когда он года 4 или больше назад был, когда еще не было там всякой пакости. И, видимо, заставили их убрать. Одновременно можно было послать 3 щелчка, сделаешь там 4. И одновременно получали от тебя известие 10 тысяч человек. 10 тысяч вот друзей. Тогда можно было много иметь друзей. А сейчас это ничего не дает-то. А сколько? 12 фотографий получает 10 тысяч. То есть я посылаю 12 тысяч фотографий сразу же. И текст 5 тысяч знаков. Ну, вообразите, какая это система. Насколько она умно составлена. Даже там какие-то одноклассники, те вообще это мусор. Даже и разговаривать. Но у нас везде есть свои ресурсы. И ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттерах, там это все модераторы смотрят. И живой журнал свой есть, но с этим сравнить не приходится. Никак, здесь именно общение, пишут, почта. Ну, все есть здесь. Ну и, видимо, прижали там власти их, они сократили возможности публиковать через них. Дальше у нас очень хороший, большой ресурс, это наш сайт, форум. Форум называется. Вот он так выглядит. 1600 тем разных.
очень легко искать, это профессионалы составляли, легко искать. По группам, под группам разбито, когда кто идет, и там все это указано. Искать легко. Только нажал новое сообщение. Вот здесь общий поиск, и сразу стал. Я гляжу, другие, которые сайты есть, ну, не так. Здесь какое-то такое, ну, как вот, много есть иллюстраторов Библии, но как Гюстав Доре нету, у него пространственность, горизонт. А вот у нас именно так. И поэтому картина такая избранная, храм Христа Спасителя, и горизонт, и пространственность. Вот это. Ну и, конечно, православный видеоканал «Открытым оком». Вот так. Видите, сколько вот сейчас идет замки. Это вот ставят там, это администрация, модераторы работают. А я только по утрам снимаю. Видите, сколько у меня заготовлено еще. Это заготовлено. Это даже сказать нельзя. Это на этой неделе я постараюсь все это выставить. Вот сколько событий. Здесь вчера поставил благовестие, занятия в Потеряевке, вот, храмовый пруд. Только поставил 413 тысяч за 11 часов. Посидеть. Для нас это нормально. Тоннель, второй мостик, и все это смотрят. Вот. Борьба. Ночь. Сейчас еще посмотрю минутку. Вот. Утренняя молитва совместная. Это не популярный был с толкованием блаженного Феофилакта. А тут что-то интересно. Один муэдзин приносит пользы больше, чем тысячи колоколов. 1221. Одно посещение. Больше тысячи за день. Для нас это, ну, цифра такая хорошая считается. А это в ночь перед Пасхалем на трапезе благовестия Ярлы Песи. 1143. И вот такое. Ну и большой ресурс у нас, это сайт. Православный библейский сайт. Вот он как выглядит. Если тут нажать на форум, выйдешь, сразу вылетишь. Нажать на видеоканал. Но главное, это 4124 вопроса и ответы. Ответы даю. Они разбиты на 55 папок. Ну, у нас это часовая программа, события дня. И тут я выставляю сейчас тему о священстве. Итак, приступаем. Да, это все дальше идет туда. Это не оторвано там? Никак, дальше считай. Вопрос 3348. Советовался ли епископ Евтихий со своей паствой о переходе в патриархию? Ответ. С нашей общиной не советовался. Он опережает события, думая, что это от многих огорчений, постигших его. Была у него епархия до Дальнего Востока, а благодаря его действиям она постепенно скукожилась до его «я». О нас он забыл, как будто нас и нет. Он, оказывается, уже написал и заявление о переходе в патриархию. А это далеко не то же, что решено было на соборе, чтобы зарубежная часть вошла с прежним руководством. Он просто бросил все и ушел в ту же яму, откуда некогда так удачно вылез. Видите, какие слова. Кто так будет говорить ему? Я ему благодарен, и все мы благодарны. 13 лет у нас был он епископом. Справка 16 мая 1990 года. Архиерейский собор Русской зарубежной церкви принял решение об открытии приходовой епархии на территории России. В том же году игумен Евтихий Курочкин, клирик Омско-Тюменской епархии, обратился к пресвященному архиепископу Омскому и Тюменскому Феодосию с заявлением о переходе в юрисдикцию Русской зарубежной церкви. 13 июля 1990 года игумен Евтихий был запрещен в священнослужении пресвященным епископом Тобольским и Тюменским Антонием. Эти как события развивались. Никто это не знает. Я просто публикую данные. Дальше. 24 июля 1994 года в Знаменском храме в Нью-Йорке рукоположенного епископа митрополитом Виталием Устиновым и сослужащими архиереями Русской зарубежной церкви. Вследствие епископ Евтихий выступил как сторонник восстановления полного общения Русской зарубежной церкви с Московским патриархатом. В 2004-2006 годах
принимал участие в некоторых совместных заседаниях комиссии Московского патриархата по диалогу с Русской зарубежной церковью и комиссии Русской зарубежной церкви по переговорам с Московским патриархатом. В мае 2006 года епископ Евтихий принял участие во Всезарубежном соборе, где также выступил за восстановление канонического единства Русской Церкви. В письме 3 октября 2006 года, направленном в адрес святейшего патриарха Алексия по поводу восстановления в священном сане Владимира Карелина, епископ Евтихий выразил искреннее раскаяние в действиях, приведших к созданию «вредоносного» в кавычках раскола. Понятно как. До этого сколько радости было, что? И вдруг такими словами говорить, это не просто так. Это не, я уже не даю сейчас оценку, потому что это все впереди, но это один и тот же человек так пишет. 26 ноября 2006 года епископ Евтихий обратился к святейшему патриарху Кириллу с прошением о снятии наложенного на него прещения и принятии в каноническое подчинение Московского патриархата. 22 декабря 2006 года Преосвященный Антоний, ныне архиепископ Красноярский и Енисейский, в 1990 году запретивший игумена Евтихия Курочкина в священнослужении, освободил его от ранее наложенного прещения. Постановили первое. Отметив снятие канонического прещения, наложенного на Преосвященного... Так, по-моему, отменив. Не отметив. Подожди-ка. Понимаешь, нет? Они понимают, прещение запретили. Ну что оно означает? Бумажка, никакой роли. Но они верят, что это где-то на небе должно там зафиксировано быть, как говорят, небесной канцелярии. А-а-а. И теперь он решил это с ней убрать как нету и сказать там ликвидируйте, дезавуируйте. Ну надо дальше-то смотреть, у них веры никакой нету. Наложенного на Преосвященного Евтихия в бытность его игуменом признать его в сущем сане епископа. Так епископом рукополагала зарубежная церковь, которую считали расколом, клеймили всяко, там какими словами, и вдруг все, принимают в сущем сане. То есть тут вообще нельзя объяснить, как они должны в первую очередь принести покаяние за хуление церкви, Русской православной зарубежной церкви, это патриархия вся. Она просто безумствовала тогда. Хватали, отбирали, клеветали. То есть это сергианцы, лютые волки. Второе. Вопрос о дальнейшем служении епископа Евтихия иметь суждение после вступления в силу акта о каноническом общении. Акта о каноническом общении. Другого-то и не было ничего. Ни о каком объединении даже слова одного не было. Это все они это делают. Ну, дельцы от религии. Которым будет восстановлено каноническое единство Московского патриархата и Русской зарубежной церкви. Смотреть «Открытым оком» 9 том, вопрос 2261. С маленькой буквы, вот так нужно правильно писать. Галатам 2.18. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Да. Матфея 12.45. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Екклесиаст 9.12. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. 2 Петра 2.20. Опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Всю ночь палили в небо фейерверки, справляли Новый год и бесновались, но жизнь и в свете оставалась серой, не просветлела изнутри ни мало. До туч всплывали всполохи ракет, гирляндами катились к горизонту. Кому-то в этот час подкатит смерть, она пока что царствует на троне. Чего уж праздновать при полном поражении, все остается так же, как вчера. Все суета-сует, вращается сей жернов, раздует пепел нашего костра. В дни побед салют не умолкает, застолья ломятся, ограничения чужды, дней и годов не задержать мельканье, и видят в них лишь внешнее, наружно. Помолимся, чтоб заглянуть вовнутрь и в страхе отшатнуться. Столько мрака, насколько ж глубока и беспробудна дурь у каждого безбожника на грядке. К
кто осознал никчемность пустоты, приобретение богатства и тщеславия, там вожделением пришла пора остыть, не жить с гаремами по образу ислама. По образцу. По образцу ислама. Быть осиянными нужно изнутри, признать главенство души над телом. Читая Библию, в себя тотчас смотри, как мы ж желать и в мыслях не посмели. Столб огненный над станом житием, отсчет начнется от рождения свыше. Контроль над тем, что выпью и что съем, делиться тем, что самому не лишнее. Такое праздновать приятно с Иисусом. В передний угол гостя поусажу. Путь истинный тернист и очень узкий. Светлее прожектора у прожектора. Светлее прожектора у лампы абажур. Я сижу за столом и стихотворение пишу. Первое, 01. Так, как оно называется? Священный Евтихий советовался ли? Ну-ка, с большой буквы, букву Е надо поставить. Вот так. Видишь, какие документы? Вот вопрос задан, его ответить надо во всей полноте. Для этого нужны быть и документы, и Слово Божие, все здесь. Вопрос 2262, 9 том, открытым оком. Это на нашем сайте, в папке «Священство». Говорят, что у архиереев есть неписанное правило, чтобы миру всегда являть полное свое единодушие, как в политбюро ЦК КПСС. Подписывают в любом случае решение собора своего, документ, а потом они уже могут выразить отдельное свое несогласие. Что это? Ответ. Об этом мне говорил еще Антони Лос-Анджелесский. Считаю это игрой, прямо-таки дьявольской игрой. Это архиепископ говорил мне. 1 Иоанна 5:17. Всякая неправда есть грех. Видишь, как единодушие показано. На самом деле его там не было никогда, никогда не было. Дальше. И дьявол есть, Иоанна 8:44, вот лжец так. И отец лжи. Кавычки открыты. Послание архиерейского синода РПЦЗ. Кавычки открыты. Осеняемые присутствием чудотворной иконы Божьей Матери Курско-Коренной. Курско-Коренная у них была. Они даже обедать идут с собора и тащат ее в столовую. Ну просто явно видно, что что-то тут не то делается-то. Архиерейский синод РПЦЗ, собравшийся в синодальном здании в Нью-Йорке, обращается к своей верной пастве, рассеянной по всему миру и сущей в нашем Отечестве, в многострадальной российской земле, над которой видим начало настоящего духовного пробуждения. Вот они оттуда из Америки увидели, что в России настоящее духовное пробуждение. А тут бы и в Тихий наш епископ был, я говорю, где вы это видели-то на вашей общине? Да одна молекула. Нас обнадеживает принятие новой социальной концепции архиерейским собором Московской Патриархии, который по существу перечеркивает декларацию митрополита Сергия 1927 года. Уходящие от нас не могли подорвать авторитета нашей церкви. Это тогда об этом кавычки писал митрополит Виталий. Лавр, Антоний, Марк, это митрополит Лазарь, Иларион, Вениамин, Евтихий, Агафангел, Александр, Амвросий, Кирилл, Митрофан, Гавриил, Михаил. Октябрь 2000 года. Вот уже когда у них это было. Послание митрополита Виталия 21 ноября, 4 декабря 2000 года, кавычки открыты. Наша церковь, которая уже 80 лет идет прямым христовым путем, не будет уклоняться ни в какие сомнительные трущобы. Московская патриархия, будучи прямой наследницей палачей, поверх своей волчьей шкуры нарядилась в невинную овцу и теперь прославляет убиенных, замученных жертв коммунистических ее вождей. Несмотря на дивные храмы патриархии, напыщенное духовенство и прекрасные хоры, многие верующие предпочитают тесниться в квартирах. Да. Тот факт, что я подписал это послание, далеко не значит, что я с каждым пунктом согласен. А подписал. Я знаю, что есть и другие архиереи, которые думали так же, как и я. Но составлять послание, которое будет угодно всем, почти невозможно. Да. Есть и еще один пункт, который очень озадачивает многих из вас. А именно создание комиссии при архиерейском синоде
деятельность которой будет обсуждение вопросов единства Русской Церкви. Я сам себе задал вопрос, о каком единстве можно думать, когда всем должно быть ясно, что Русская Православная Зарубежная Церковь, сохранившая свою духовную свободу за все эти 80 лет, никогда не пойдет на соединение с Московской Патриархией. Понятно, это говорит первый иерарх. Дальше. Пусть даже захочу, но не смогу не звать на встречу с Иисусом Назарецким. Плоды молений – не одна листва, для обращения действительное средство. Как умолчать и сохранить печать, не вымолвить и не пропеть мне гимнов о тех мотивах, что во мне звучат, на русском отрифмованы мотивы? Иисус мой жив на небе и во мне, в моем святилище Он не подсуден лешим, заросшим, бритым, им во зле коснеть, от проповеди звонкой не один опешат. Не запечатали колодец мой глубокий, родник, не пересохший столько лет, на тракте пыльном не укели сбоку, живая проповедь не схимника скелет. Не просто так по чину барабанить, часы и икосы икать через зевоту. Через зевоту. Через зевоту. Пробиться до конца между... До колодца меж врагами. Меж врагами. Кому с собой рисковать охота? А что это пробиться до колодца? О чем говорится? Давиду хотелось пить, а колодец был в стане врага. А-а-а. И вызвались одна группа, там пробились и принесли воды ему, и он ее вылил на землю, не стал пить. Это цена крови. Родник мой мусором священство засыпало. Нечистоту машинами везли. А он пробился, расступились скалы, не из болотной жиденькой земли. Родник не скитское монашеское пенье, но проповедь евангельская всюду. Воистину родник, а не сектантов пена, прослышат жаждущие и возродятся люди. Вопрос-ответ, глаголит интернет, все расфасовано по темам злободневным. Не типикон, Христа Новый Завет, не станет никогда монетой разменной. Зовите к роднику и зри открытым оком. Сады цветущие, арыки и каналы. Уж скоро жатва. Всему свои здесь сроки. Мы соработники, и их уже немало. Третье. Ты чувствуешь, как это, как написано, как все это взято? Я сейчас смотрю на все это и дивлюсь. Это Господь позволил вот так это коснуться таких тем, которые вообще в стихотворение не втиснешь никак. Так, это вот сейчас было. Я отдельно стихотворение забрать, послать друзьям. Опа, подожди-ка, закрыть сразу, надо вытащить сначала. Вопрос 1941, 7 том, открытым оком. С какого времени стало правилом, чтобы епископы были обязательно монахами? Может, это и к лучшему? Так как еще до того, как монах станет епископом, он много времени подвязается в монастыре и становится кротким и спокойным, и с ним легче другим будет жить. Ответ. Теоретически благие концепции были бы оправданы, если бы практика хотя бы чуточку помогла в этих благих ваших рассуждениях. Появилось это заблуждение, что только монахи должны быть епископами рано. Уже в IV веке это был установившийся обычай. Это дало в дальнейшем четкую тропу, пробитую до наших дней, что если карьеристский дух влечет человека к епископскому сану, то он это принесет и через послушание, лишь бы вырваться на тактический простор епархиальной власти. И вот он уже на кафедре, и тут из него полезла волчатина. Деяние 20:29. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Арсений Тверской, 2 марта, кавычки открыты. Дальше я жития святых беру. Между тем, на родине блаженного Арсения в Твери возникли нестроения. Тверской епископ Ефимий внес немалое смущение в свою паству. Отличаясь неуступчивым характером, вступался он в мирские дела. Не имея смирения христианского, он отличался великой гордостью и тщеславным высокоумием. Своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр, но и духовенство,
монахов и простых мирян. Вот тут был епископ Максим, Дмитриев послали, сейчас он это в Ильце там отправили. Вот у него такая обстановка была, всех против себя восстановил. 4 дня спустя митрополит со всем освященным собором разбирал дело тверского епископа. Ефимий сначала защищался, но отцы собора обличили его неправое деяние. Его лишили сана и послали на заточение московский чудов монастырь. Все. Ну, это редкий случай такой. Александр Неусыпающих. 3 июля. Кавычки открыты. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающим и воеводу городского, и других важных сановников, и проникшись илиейною ревностью, и вместе с тем, будучи преисполнен кротости, безбоязненно и смело обличал, науча их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником. Но не всем была приятна такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенств, хотя и удивлялись его добродетельному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Потому послан был от епископа самый злобный иподиакон. То есть какая-то графа была, и они узнавали этот злобный, нет, этот еще более злобный. И наконец нашли, ну вот этот, это самый злобный. По имени Малх, со многими слугами преподобному, чтобы выгнать его из города. Епископ еще более воспылал гневом и советовался с воеводою, который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители тайно от народа ночью и прогнали его в Халкиду. Разогнали также и братью его и разошли все куда мог, угодив Богу и приведя души многих ко спасению, отошел ко Господу глубокой старости, подвязаясь в иночестве 50 лет. Вот так. Феофил, 23 июня, кавычки открыты. Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно взводя на Феофила разные унизительные обвинения, то мало-помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушивать их клеветы и доверять им. Вот при расставании с даже Сергием я ему это говорил. Спустя некоторое время он оставил Феофила от экономической службы, так, чтобы тот более ничем не управлял ни в архиерейском доме, ни в церковном имуществе, но чтобы жил у себя дома, тихо и безмолвно, отдыхая от трудов. Экономская же служба была поручена другому, кавычки закрыты. Да. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ну, а к чему это здесь, а сейчас покажется. Вера не от пощения по 40 дней, не от неспанья по месяцу, но от Библии. Жития описывают случаи с Авраамием, затворником, с Иоанном Коловым и другими, что они по одному разу вышли в мир и тут же приобрели падшие души. Так сколько же таких возможностей пересидели, перемолчали в пустынях за всю свою долгую мальчаническую и затворническую жизнь? Такие таланты имели и закопали на такую глубину, что и сами не могли и при жизни найти их. Вот видите, какое. Да разве будет кто-то Осипов или кто-то такие слова отвечать? Так, никогда. А почему? У меня должности нет, поэтому мне это позволяет мне говорить открыто. Вопрос 2204, 9 том «Открытым оком». До епископа я пытался несколько раз пробиться, но меня успокоили даже с бывшим епископом Антонием встречавшиеся, что к Максиму им еще никому не удавалось пробиться. Он только с бабками может любезничать. Можно ли хотя бы по печати проследить, где он проповедует, как борется с сектантами? Ответ. Не надо выдумывать. Максим не хуже других, по крайней мере, не женатый епископ. Это уже немалое дело. Открыто не гуляет, и это в похвалу ему. А насчет проповеди, то ее нигде в России нет. К сектантам поучиться не идут по гордости и чванству. Он любит на балах быть,
на воцарении губернатора, мэра и прочих дешевых представлениях. Это его любимое занятие – колокольные крестные ходы. Проруби долбить во льду, елки украшать и кресты на храмах расцвечивать. Бирюльский епископ. Не барнаульский, а бирюльский, бирюльки. Вот только несколько часов его жизни. Казначей, номер 1 мая 2003 года, страница 8, кавычки открыты. Новоселье на историческом месте. Это Казначей, это журнал. 20 сентября 2002 года. Здесь разместилась казна Алтайского края. На презентации собралось немало именитых гостей, представителей Федерального казначейства и Министерств финансов, и, конечно же, владыка Максим. Возрождаются славные традиции России. Без Господня благословения сегодня не начинается ни одного доброго дела. То есть все грабители собрались, а банда преступников. Я поясняю, кавычки закрыты. Даже по орфографии владыка с большой буквы, а Господнего с малой написано. Вот. Если бы вскрылись все махинации тех, кто там присутствовал, то в Воронки сажай и вези на гору в бывший монастырь с владыкой вместе на исповедь к следователю, где теперь тюрьма. Что делать в казне монаху? И тут же фотографии балерин полуголых и танцы. И он это все смотрит, раскрыв епископский рот. Он благословляет, за палочку держится свою. Город оккупирован сектантами, мафиози, разбой на каждом шагу. Лютует в налоговых и других структурах власти. И тут же от имени Господа Бога ставленник патриархии довольный. Ужас и срам. Иезекииль 34:2-8. Сын человеческий. Изреки пророчества на пастырей Израилевых. Изреки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. И, конечно же, не объедки епископа попадут со стола финансов. Иначе зачем бы он на запах шашлыка носом тянул? Носом тянул. С такими стенами-монстрами много ли заведений в городе? Монастырь, управление ГУИН, тюрьма. Это управление... всех тюрем, где управление. Только есть стены вокруг, только монастыря, управление заключенными, где и сама тюрьма. Больше стен-то ни у кого, никакой организации нету. Это так уже принято всегда. Сейчас в монастырь, то обязательно высокие, крепкие, с бойницами. Вопрос 2339, 10 том «Открытым оком». Чем же можно объяснить, что архиереи так противятся пробуждению народа, которое невозможно без понимания Писания и богослужения, если не ввести родной язык? Ответ. В нашей книге «К истинному православию» есть глава о слове. Она подробным образом рассказывает о значении понимания о родном языке. И вот как обрушился на нас тогда наш архиерей. Вызван это только и единственно тем, что он, как и все почти архиереи, не родился свыше от Слова Божия и от Духа Божия, а так, по традициям и преданиям верует, боятся ада и устремляются туда с жаром ревнителей тьмы. Екклесиаст 4:17. Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Вот как отреагировал 10 лет назад наш епископ на эту статью. Сегодня же дело полностью изменилось. Нас не преследует он, с нами молится. Я стал чтецом, проповедую в храме постоянно, минимум 3 раза в неделю. На бланке. Русская православная церковь за границей, Ишимская сибирская епархия. Управляющий Ишимско-Сибирской епархией епископ Евтихий 26 декабря 1994 года, кавычки открыты.
«Дорогой отец Яким, я получил от Игнатия Тихоновича статью о богослужебном языке. Не понимаю, как такое и таким-то языком мог писать православный? Часть ответственности я возлагаю и на вас. Потерять вас для меня будет жесточайшим ударом. Прошу вас прислать мне ответ срочно. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны? То есть потрудитесь составить личный анализ статьи». Мне есть письмо. Да, да, Кисленого православия там есть, а условие называется. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если Игнатий Тихонович не примет мер к исправлению последствий статьи, а вы не отмежуетесь от нее, то есть от этой самой статьи, я вынужден буду пойти на самые крутые меры, вплоть до запрещения священнослужений. Он никакого отношения не имеет, как запросто отмахнуться. А потом будет все по-другому. Сам будет переводить на русский язык, что молитва, Бог. И последствия статьи. Какие? Нигде не было никаких последствий, кроме доброго-то. Последствия статьи. Вот за это возьми, и все, а если последствий нету, то все остальное, что писал-то, и не надо было писать. И никаких последствий-то нету. Дальше. Уже сейчас, пока не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить на ваших приходах в Барнауле и Потеряевке. Из-за статьи, что мы за русский язык, и он не будет служить, священника запретит, что-то нормально. И он за это потерпит страшное поражение в дальнейшем. Статью я вышлю митрополиту с просьбой снять с Игнатия Тихоновича благословение на миссионерскую деятельность. Понятно, чего, значит, он будет просить. Ну, просил и не просил, не знаю. Никто ничего не снимал. Да и как это можно снять? Я и без их благословения проповедую полвека. А то бумажка-то не для меня нужна, а для вас таких вот. Дальше. Не становитесь только в позу обиженных. Огрев всех нас своей статьей, как дубины по голове. Это статья моя, как дубины по голове. Всех писем, отсылаемых к вам, вынужден составлять копии. Вы даже не дождались моего ответа с собора. Братцы, так нельзя. Простите, зла не держу. За церковь, за верных обязан болеть. То есть изболелся он за церковь, а потом бросил все и потянулся в патриархию, которую он там какие статьи хорошие писал, показывал всю беду, предательство, ложь. Непрерывная везде у патриархии ложь сплошная. Это его статьи были в журналах. И вдруг в один день как будто ничего не было. А мы ни в чем не изменились. Как я тогда говорил, так и здесь единственные две общины. Вот у нас действительно видно благодать Духа Святого. Не так, что да и нет, а да-да, значит, до конца да. Дальше. 1 Царств 26:19. «И ныне пусть выслушает Господин мой, царь, слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня...» Тебя возбудил Господь? «То да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать меня к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим». Это я прямо беру к себе. Вот такой четкий стих, который прямо по содержанию нашей статьи, он один только такой в Библии есть. «Испытанное временем дороже. Двух любящих сердец ненагляденье. Совместный путь на удивление прожит. Любовь, как знаем, светит не за деньги. Нахваливаем старое вино, проверенную дружбу, как удел счастливых, краюшку хлеба им и горе заодно, будь то пожар или на скалах ливни. Как часто балансируем во тьме, не друг ли распустил молву худую? То критиков детей, то обо мне. Я утром шел навстречу на ходулях». На ходулях, то есть мне трудно даже идти, я шатаюсь, как на ходулях иду. «Теперь у горизонта подвожу итог, во всеуслышание голос напрягаю. Какой же я счастливый, дай вам Бог героем быть, хотя и без регалий. Неважно, в нищете или в достатке, но встретить Иисуса, полюбить Его, Он неизменно верный, вечно сладкий, смиряющий нависнувших врагов. Так испытайте же, как благ наш Иегова, Создатель мира и Спаситель наш. Для гурманов словесность... Для гурманов словесности он грубый и суровый. Сон критиканов Библию берет на карандаш. Бог верен слове, изреченном им.
Пророчества исполнились буквально. Был благодарностью перья все зачиним, и в гимнах верность Божию восхвалим. Платите десятину от достатка, хотя бы в этом Бога испытайте. Елей не скудеет, мука во вдовье кладке. Провозгласим об этом с кровли, а не тайно. В чем Богу доверялся, прославлен окажусь. Залог мой сохранится, в это верю. Дать Духа Всесвятого нам обещал Иисус. В боях испытанным дается Он мне, Он не мерой. 21.08.04 Игнатия Лапкина. Это по этой статье. Видите, вопрос, почему интересно книги читать, потому что она вся из документов. Вопрос 2390. Это мне в университетах, на радио, где я вел занятия в милиции, задавали такие вопросы. Захарий 1.17. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Почему же сегодня за такие явные беззакония у этих пастырей не отсыхает ни рука, ни глаз не тускнеет? Как понимать тогда эти слова, и почему они не сбываются в наши дни? Вопрос в университете задают люди. Какой контингент у нас был, студенты? Такие вопросы раз зададут Смирнову или кому-то, Осипову. Ответ. А вижу, что они полностью и везде сбываются. Это видно потому, как они относятся к истине. К тому, что сейчас идет в вопросе объединения Московской патриархии с Русской Православной Церковью за рубежом. Тут обе стороны слепые и глаза их не видят, чем грозит это беспринципное объединение с нераскаянными беззаконниками, погрязшими в суперэкуменизме и суперпредательстве. Дело Божие. И руки у них отсохли, они не могут творить дела милосердия, а только грабят народ непомерными взятками за нечистые свечи и безобразно творимые лжекрещения требы. Сухорукость их видна и в поклонах, когда они руку не могут донести до левого плеча, на котором, может быть, сидит лукавый дух у них. Второзаконие 28.32. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истоевать о них. И не будет силы в руках твоих. Иов 11.20. Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Иов 17.5. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Захария 14.12. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, а когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Главное, ямины. Ямины в глазнице. Какой перевод такой дан? Ну и для таких милосердие Божие простирает свою руку, если они осознают свое погибельное положение и придут к Господу. Лука 6.8. И он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. И он встал и выступил. Не жадничай, увещевает сына, набившего три ложки сразу в рот. Не губы у него, а красная резина, подводный грот и в нем водоворот. Вот жадина толкует про невесту, до свадьбы обобравшей всю семью. Но от молвы они никак не треснут, свою утробу утолкут, набьют. Теперь те печи санаторий лечат, осенизатором работ не в проворот. И не поймешь, где шея и где плечи, когда то прорва наконец прорвет. Их не учили с ближним поделиться, неправедным богатством раздобыть, друзей посмертных, где умершим пристань, тот груз добра суметь не потопить. Уменьшить горе ближнего бедняги, дать и ему насытиться от искренних щедрот. Не прослыви за скупердяя скрягу, сам к нищему уступи за сумрачный порог. Спеши на помощь, жадно расспроси, кто незнакомый ждет тебя увидеть. Умело, щедро, с пользой растряси свое богатство и его обиды.
Богатые виноградники окажутся корягой. В излишествах купались, нетрезво веселились. Теперь вопят о милости и капли этой влаги, но суд без милости, не оказавшим милость. Прочитай, какой куплет. Сколько в него вложено здесь мощи. Безжалостный скупец. Богатые виноградники. Окажутся корягой. В излишествах купались, нетрезво веселились. Теперь вопят о милости, о капле этой влаги. Ну, суд без милости, не оказавшим милость. Это из Иакова взято, 16 глава Луки. Безжалостный скупец оставит все другим. С собой возьмет грехов бесчетных кучу. На хлебнике развеются вокруг одни враги. Кого он обобрал, кого при жизни мучил. Уроки жадности и щедрости усвоим. Засеем в детях, в лелеемых отростках. В раю обители мы их сегодня строим. И щедрой милостыней из гиены мостик. 22, 07, 04. Ну как, круто? Круто. Так, дальше. Вопрос 2299, 9 том «Открытым оком». Вот так сослаться, где этот вопрос, в каком томе ни у кого нету, ни у Осипова никого нету, нету. Они не систематизируют это, и найти, где, когда он отвечал, не знаю, то у меня папочки открыл, какого числа. Знали ли вы священников, которые проповедовали точно по Библии, видя современные беды? Может ли человек сам накладывать на себя епитимью или после борьбы с грехами, или это должен делать священник? Ответ. Знали и счастлив этим отец Александр Пивоваров, отец Дмитрий Дудко, отец Александр Мень, отец Геннадий Фаст. Проповедников, священников много, но все ли они говорят о том, что мешает нам расти духовно? Деяние 20:20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Пусть они ведут прямо по Библии, Филиппийцам 1:27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите единодушно, в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Галатам 2:14. Они не прямо поступают по истине евангельской. Сирахов 9:6. Не ускоряй человека... Не укоряй. Человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под епитимиями. Вот оно как. Епитимиями. Просто добиться. Называется. Сам на себя и должен был накладывать человек, если бы жил по совести. Но как это утеряно, то дано более точное лекарство – священник. Хорошо иметь советника, но не за каждым же пустяком идти к наставнику. Есть посты в эти дни. И держи более строго. Монастыри довели этот подвиг до полного отречения от своей воли. Писание этого нигде не заповедало. Полезнее быть во многом самостоятельным, прислушиваться к голосу совести и к Писанию. Они так, что скажут? Что скажут? Самое простое. Как яйца, смятку варить или как? Едут в монастырь. Лука 15:21. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Это тоже наказание, наложенное на себя самим собою. В житиях очень часто сами себя накладывали епитимью. Бродячие шатохи и шатайки, бездомные сектанты и монахи. Резьба сорвется, не уцелеть и гайки. В грязи окажется, кто не имеет страха. Понятие церкви не померкнет у тех, кто не от семени чужого. Кто по Писанию веру свою сверит, не мучается жаждой и изжогой. На рынке есть разменные монеты. Монета. Да. Сектантских суемудрий, своеволей. Спасемся без церкви, ржут клиенты. Чье слово лесть, нет строгости и соли. Достаточно, мол, верить во Христа. Сгруппироваться в сон деноминаций.
осколок стеклыша в реестре же хрусталь. Спроси об истине, начнут переминаться. Переминаться с ноги на ногу, не знаешь, что сделать. Любое сборище, ватага суе мудрых, провозглашает церковью свой клан. И скачут, маскируясь, сыплют пудру, перевыполняя по крещению план. Ревут на стадионах оголтело, в домах культуры, во дворцах для зрелищ. Пшеница хилая, а плевелы поспели, набилась скороспело в наши щели. Попы, архиерей, патриарх возились храмами, иконами, мощами. В экуменизме сгинут, превратятся в прах. Не проповедовали, в монастырях молчали. Не захотели строго по Писанию спасать себя и слушателей многих. Читали всех то свиньями, то псами, чтобы не метать им проповедь под ноги. А эти псы зверели и дичали, в монахов превращались и в сектантов. Корабль Русь Святая не отчалил, у пирса остов ржавые останки. Седьмую дочь. Ну, корабль это церковь, и так я вижу это дело. Вопрос. 3442, 21 том, открытым оком. Если запрещают служение епископа или священника, то как это мыслится? Только как административно-человеческое решение или уже как узаконенное и на небе? Ответ. Идет игра до полной потери представления. Кто они, эти дедушки в клобучках? На самом деле есть. Отлучают за грех. И тут, согласно канонам, нужно полагать, что так и Писание говорит. Но когда только по канонам что-то выискивают, то уже в самом запрещении заложен смысл тот, что при определенных условиях это решение будет изменено. Вот пример, совсем уже рядом с нами, журнал 39, номер. В заседании Священного Синода под председательством патриарха имели суждение о епископе Василии Осборне. Справка. Преосвященный епископ Василий Осборн, бывший Сергиевский, был временно запрещен в священнослужении Священным Синодом Русской Православной Церкви. И в заседании 19 июля 2006 года, журнал номер 75, в связи с нарушением епископской присяги, а также правил святых апостолов 33, Карфагенского собора 32, Двукратного собора 15. Вопрос о каноническом положении епископа Василия обсуждался на встрече делегации Константинопольского патриархата и Московского патриархата в Шамбези 23 января 2007 года. Священный Синод, заслушав в своем заседании 27 марта 2007 года, журнал номер 17, доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла об этих переговорах, постановил одобрить их результаты и направить ответ на запрос «Личное дело епископа Василия» в адрес святейшего патриарха Константинопольского Варфоломея. 12-13 мая 2007 года вопрос о епископе Василии был дополнительно обсужден в ходе встречи с преосвященного митрополита Кирилла со святейшим патриархом Варфоломеем в Каппадокии, Турции. Нигде ни Слова Божие, ни Христова мысль, ничего нету. Постановили, первое. Учитывая пожелание, выраженное святейшим патриархом Константинопольским Варфоломеем, во избежание дальнейших соблазнов среди православных верующих на Британских островах и ради мира церковного, снять наложенное на преосвященного епископа Василия Осборна запрещение и предоставить ему отпускную грамоту для перехода в Константинопольский патриархат. Еще отменили, как будто ничего и не было. Второе. Свидетельствовать вместе с тем, что настоящее решение не означает признание за Константинопольским престолом прав на юрисдикцию над клириками других поместных православных церквей, пребывающих на территории стран православной диаспоры. Кавычки закрыты. То есть совсем уж при плохой игре пытается сохранить мину, форму пристойности. Это я говорю. Выражение, закон, что дышло, особенно часто и с неимоверной легкостью применяется епископатом, что говорит об абсолютном пренебрежении этими правилами, канонами. Из 719 правил, которыми должна как-то регламентироваться, направляться церковная жизнь, по дикому невежеству священников, по прихоти епископов,
по вожделению синода, по самоуправству патриарха ежедневно... Патриарха, да, или что? Да, патриарха ежедневно целенаправленно нарушается 413 правил. Целенаправленно? Почему ты слово злостно выпустил? Полностью выкинул. Да я даже не читал. Злостно попирается, нарушается 413 правил. То есть 57% от направляющих. Так куда же сдвинется клин гильотины без всех направляющих? Она должна-то точно идти, наказывает-то. Штанга. Скрепы, рычаги, заклепы срублены епископами. И говорить, что эта церковь чисто православная, в ее соборном понимании, может только уж вовсе ничего не мыслящий. Несмыслящий в книге правил, которой патриархия не издавала 70 лет. И из священников эти правила знают, может быть, 1%, и то поверхностно. Вот так. Я знаю с ними, в синоде много беседовал, правила вообще не знают. И когда я по правилам начал им подсказывать, что они там делают неправильно, он это сегодняшний митрополит, Ларион, мне туда никуда не уходи, там следующий заходит. Я говорю, вы правы, они не правы. Второе паралипоменон 15.3. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Так. Деяние 6.7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Давай. Стих. Из прошлого несутся голоса, из книг еврейских и из старых песен. Их амплитуда может потрясать. Сегодняшние строки могут треснуть. Хотелось бы услышать Голиафа, его гортанный крик, ответ Давида. Татары промелькнули, вскоре ляхи, и все и вся давны-давно убиты. Бог мечет камни им из-под небеса, их грохот стукатит со всех страниц. Переживаю те столетия вместе, не успеваю падших хоронить. То есть я мысленно прохожу по истории и вижу, все, нигде никого нету. Смерть властвует от первого Адама, к сотлевшим только мизерная жалость. Все равно бы умерли подавно. Все? Все равно бы умерли подавно. До горсти праха многие ужались. Уроки прошлого, семестры стольких сессий, сторонними с рассказами шикуют. А если бы назад, хотя бы лет на 200, и те события по нашей жесткой шкуре. По какой? Нежной шкуре. Ну откуда слова? Прям совершенно другие. Ни одной буквы нет, которой ты. Зачем ты это делаешь? Считай заново. Из прошлого несутся голоса, из книг еврейских и из старых песен. Их амплитуда может потрясать. Сегодняшние строки могут треснуть. Такой напор от них идет. Хотелось бы услышать Голиафа, его гортанный крик, ответ Давида. Татары промелькнули, вскоре ляхи, и все... И вся давны-давно убиты. Бог мечет камни им из-под небеса, их грохот стукатит со всех страниц. Переживайте столетия вместе, не успевая падших хоронить. Смерть властвует от первого Адама, к сотлевшим только мизерная жалость. Все равно бы умерли подавно, до горсти праха многие ужались. Уроки прошлого, семестры стольких сессий, сторонними с рассказами шикуют. А если бы назад, хотя бы лет на 200, и те события по нашей нежной шкуре. Благодарю за строки, что минуют, все наши тяготы, невзгоды, словно дым. Не приведи Господь войти в чуму, в войну ли, достанется с лихой особо молодым. С лихвой, наверное. С лихвой, вот. Особо молодым. Да. Полезно проходить библейские сюжеты, не выдумки, а суть ушедших опыт. Учусь на них, рассматриваю жертвы, сдувая пыль веков, пожаришь копоть. Ветхозаветное не стоит пренебречь, оно и в будущем живее нас живущих. Понятно в переводе иностранцев речь, как будто я со змеем в райской куще. Благодарю Создателя за тех, кто сохранил рассказы в чудных свитках. На горе их да вызреет успех. Учась на битвах, сохранюсь небитым. То есть я учусь, и мне не надо туда лезть, и по мне уже это не пройдется. Так, по-моему, все. Ленька, по моим расчетам кончилось. Да, все, закрываем лавочку.